Здравствуйте, уважаемые товарищи! Продолжаем двигаться по плану занятий первого отделения Красного университета. Тема сегодняшнего занятия – место России в мировой экономике. О чем здесь пойдет речь? Как мы знаем, если брать самые общие показатели положения страны в мировой экономике, обычно даются объем валового внутреннего продукта, возможно, на душу населения. Вот нам Институт мировой экономики и международных отношений также дает такие сводные таблицы, например, по 2018 году. И ВВП в ценах, ну, по паритету покупательной способности, то есть в некоторых уравненных ценах. И здесь что мы видим? Россия на 6-м месте, где-то раз в 6-8 отстает от лидеров. Если же брать в расчете на душу населения, то здесь уже Россия на 57-м месте. То есть, так, по этим цифрам можно сказать, что несмотря на большой объем ВВП, производится он, видимо, не самым эффективным образом. Но помимо этого, можно заметить, что если нам расчеты ВВП на душу населения в тысячах долларов в год дают, что 27 400 долларов приходится на человека в год, то, конечно же, сравнив это со средней заработной платой в России, можно сказать, что ВВП распределяется у нас не по труду, да? То есть, если мы возьмем в месяц, это больше 2000 долларов в месяц ВВП на душу населения, а даже если брать по 2018 году, это больше 120 тысяч рублей. Зарплата же при этом средняя, как мы знаем, порядка 42 тысяч. То есть можно сказать, что средняя заработная плата в России была в 3 раза меньше, чем расчетный показатель ВВП на душу населения. Ну и, в общем-то, из таких цифр обобщенных особо много-то и не скажешь, получается. Вот есть страны, они, значит, ранжируются по этому ВВП из года в год. Кто-то больше рост показывает, кто-то меньше. Единственное, вот, относительно зарплаты и доходов показателен график, предоставляемый в отчете Международной организации труда, о том, что вот индекс реальной заработной платы с 2008 года по некоторым развивающимся странам для России представляет из себя практически такую плоскую, или как называется, такой вот боковик такой, то есть не возвышающуюся практически линию, что говорит о том, что за десятилетия реальные доходы, если выросли, то незначительно на фоне других стран, особенно Китая, где фактически мы имеем двукратный рост
заработной платы за десятилетие. Ну и, конечно же, такая характеристика положения в мировой экономике, она достаточно блекло отражает те процессы, которые, как мы знаем, как люди, которые ознакомились или знакомимся с работой Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», конечно же, процессы, происходящие в капиталистической части мира, не могут быть отражены простыми сравнениями ВВП, как будто каждая страна живет отдельно и производит, ну и лишь обменивается с соседями, тем и живет. Уже более столетия назад капитализм перешел в такую стадию, когда, по определению Ленина, концентрация капиталов достигла такого уровня, что основой экономической жизни общества стали монополии. И не только в промышленности, но и в банковской сфере, которая переросла из вспомогательной сферы в руководящую сферу, или заняла руководящую роль в экономике. И став у руля развития промышленности, банковский капитал превратился в финансовый капитал и стал фактически определять развитие экономики в интересах своего роста. Соответственно, сместился характер этого, изменились факторы роста, то есть от экспорта товаров, производства и экспорта товаров произошел сдвиг к экспорту капиталов, и далее уже эти монополистические союзы разрослись до такой степени, что уже на карту экономической и политической борьбы был поставлен раздел мира, который уже и закончился еще в начале 20 века. И в дальнейшем фактически происходил передел и экономических сфер влияния, и политического устройства мира. Вот все эти процессы, которые Владимир Ильич, конечно же, не сам выдумал, а изложил эту картину на основе современной ему статистики, буржуазной статистики. Вот эта картина, конечно же, продолжается и в наше время за тем отличием, что теперь у нас два мира, социалистический и капиталистический, который империалистический. И тема у нас — Россия в мировой экономике. Россия у нас является капиталистической страной, поэтому для того, чтобы обрисовать картину положения в мировой экономике, нужно проследить, как вот эти основные черты империализма проявляются в российской экономике. Если брать картину в целом, то империализм – это та стадия, когда уже горстка финансовых хищников эксплуатирует большую часть стран. Так вот, в этой картине, где у нас расположена Россия? Начать можно с положения внутри страны с точки зрения, является ли у нас монополия решающим фактором экономики. Ну вот для этого можно взять статистику по
предприятиям, которые действуют в России, нам статистика дает, что всего в экономике страны действует более 4 миллионов организаций различного размера. И их совокупный оборот за 2018 год составил 191 триллион рублей. Однако, если мы возьмем статистику по пяти даже крупнейшим предприятиям, которые нам дает рейтинг РБК, мы увидим, что уже только пять крупнейших обеспечили оборот почти в 28 триллионов рублей, что составило более 14%. А совокупный оборот 500 крупнейших компаний, которые участвуют в этом рейтинге, составил 85,5 триллионов рублей, что составляет 44% всего оборота. Таким образом, мы получаем, что одна лишь сотая процента предприятий обеспечила 44% годового оборота. Соответственно, налицо вот эта концентрация капитала, производственных мощностей и решающее положение крупных предприятий, которые, многие из которых являются монополиями и внутри страны, и даже на мировом рынке. Если говорить о банковском секторе, похожая картина. Если все активы всех банков составляют у нас 96,5 триллионов рублей, заметьте, это как почти половина оборота организаций. Или же это сопоставимо с ВВП, который у нас 103 триллиона в прошлом году. Так вот, из этих всех активов, которые относятся к 484 банкам, действующим у нас в стране, практически половина принадлежит всего лишь трем крупнейшим банкам: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, что также говорит о высокой степени концентрации капитала, влияния и определяющей роли крупнейших банков. Так вот, обрисовав картину внутри страны, нам, конечно же, необходимо примерить мировой масштаб, как российские крупнейшие предприятия выглядят на фоне мировой экономики, как российские банки в сравнении с банковскими системами ведущих стран. Такой подход, например, отражен в статье американского исследователя Стэнфилда Смита «Империалист ли Россия?». Вот в своей статье автор также взял за основу ленинскую работу и на основе современной статистики попытался определить роль России в империалистической части мира. Одним из таких источников для сравнения является, например, рейтинг крупнейших публичных компаний, которые ведет издательство Forbes с Global 2000. И здесь в предисловии, например, говорится, что вот текущий рейтинг показывает, что из 2000 крупнейших компаний 575 расположены в США, а Китай и Гонконг представляют 309.
таких крупнейших компаний. Далее следует Япония, 223 компании. И вот издательство отмечает, что когда впервые этот рейтинг составлялся в 2003 году, картина была совсем другая. На долю США приходилось 776 компаний, то есть гораздо больше, заметно больше, чем сейчас. А на долю Китая и Гонконга всего лишь 43 компании. То есть подчеркивается бурный рост экономики Китая. Ну и далее, если обратиться уже непосредственно к списку, вот мы видим первая шестерка компаний. На первом месте китайский банк. И он уже там сказано, что 7 лет подряд на первом возглавляет рейтинг. Далее американский банк, опять китайский банк, еще один китайский банк, американский банк. На шестом месте компания Apple. Где же тут российские компании? Ну вот, на 40-м месте появляется Газпром, 47-й Сбербанк, 52-й Роснефть, далее еще в сотню входит Лукойл. Ну и далее там среди 2000 около 22 компаний из России. То есть далеко не первые места. Если взять, например, сравнить по банковскому сектору, один из главных показателей – это активы банка. И здесь мы видим, что активы Сбербанка оцениваются порядка через 450 миллиардов долларов. Если мы сравним с ведущими банками, то мы видим здесь 4 триллиона, 2,7 триллиона, 3,3 триллиона. То есть 7-8 раз превышение отдельных ведущих банков над активами российского банка. Далее, если оценивать по капитализации, их сравнивать, то есть это по той оценке, которая составляется на основе суммарной стоимости акций компании. Это не активы компании, а это уже показатель фондового рынка, который говорит о том, поскольку оценивается компания, и он может, вот эта оценка, она может превышать, значительно превышать активы компании или балансовую ее стоимость. Мы это и можем наблюдать, например, компания Apple оценивается 961 миллиард, при этом ее активы в 2,5 раза меньше. Почему так происходит? Ну, вот эта рыночная оценка, во-первых, может говорить об ожиданиях инвесторов, то есть инвесторы готовы платить в 3 раза больше за то, чтобы иметь долю в прибыли данной компании, так как ожидают дальнейшего роста и не бояться, что она прогорит. Так вот, если сравнивать компании по вот этому показателю капитализации и посмотреть долю российских компаний, здесь мы тоже видим, что в таком совокупном индексе, а этот индекс, он фактически строится как? Берутся все более-менее стоящие компании по всему миру, компании, которые являются публичными компаниями, котируются на биржах. Далее, по каждой компании берется ее стоимость, рыночная стоимость, или стоимость всех ее акций. И в этой суммарной стоимости выделяется ее доля или ее вклад в этот индекс. И вот что нам говорят в описании индекса. Составлен по 11 тысяч
11846 компаний, то есть гораздо представительнее, чем те вот 2000 из списка Forbes. Вот уже крупнейшая компания, которая попала в этот индекс, она занимает 2,6% в весе этого индекса. А крупнейшие 10 компаний представляют 11, почти 12% этого индекса. Да? То есть тоже эти цифры говорят о степени концентрации капитала. Всего лишь 10 первых компаний, 10 крупнейших компаний из более чем 11 тысяч дают уже почти 12% всей капитализации. Здесь также вот представлены крупнейшие компании, попавшие в индекс и внесшие наибольший вклад. В основном мы видим американские и вот одна китайская компания. А в разрезе стран можно обратить внимание, что компании из США, попавшие в этот список, составляют абсолютное большинство. Это 2801 компания с суммарной капитализацией 26,8 триллиона долларов, и что составляет более половины всего индекса. Далее следует Япония, Китай, но уже с существенным отставанием. А Россия у нас вот 22-е, по-моему, место с 500, порядка 500 миллиардов капитализации суммарной на 66 компаний, попавших в этот список. И составляют они всего лишь 0,4 от этого индекса. То есть индекс этот показателен тем, что принцип выбора компаний, он здесь не такой, что там, в привязке к стране или к сфере деятельности. Здесь представлены компании из всех сфер деятельности, а выбор основывается в основном на размере компании. Ну вот и запомним эту цифру, что порядка 0,4% рыночная капитализация российских компаний составляет от мирового фондового рынка, можно так сказать. 21 место в России. Ну и безусловный лидер США, более половины фондового рынка приходится на США. Также можно сравнить банки, банковскую систему России, которая у нас в долларовом выражении порядка 1,4 триллиона долларов. Все наши банки в совокупности имеют 6 зарубежных филиалов. Это по статистике. И сравнить это, например, с банковской системой США, которая в совокупности дает почти 17 триллионов долларов, то есть порядка в 11 раз превышает российскую банковскую систему. Ну и можно посмотреть, так как американские компании дают, не американские компании, американская статистика дает подробные данные по своим банкам, то можно прямо увидеть отранжированный такой список с названиями банков. И это такой большой документ, аж из 90 страниц. В конце посмотреть, у них количество банков 1836. Ну вот их совокупные активы.
И можно увидеть, что ведущие банки имеют разветвленную сеть заграничных филиалов. Вот, крупнейший Ситибанк аж 170 филиалов имеет. Поэтому в сравнении с американской банковской системой, российская банковская система выглядит очень, очень скромно. Далее, если мы посмотрим такую характеристику экономики, как экспорт-импорт, то есть то, как страна взаимодействует на внешнем рынке, из российской статистики увидим, во-первых, всегда, то есть из года в год у нас экспорт превышает импорт, то есть продаем мы гораздо больше, чем импортируем, покупаем. В основном у нас идет экспорт ресурсов, сырья, и импортируем мы различное оборудование в основном. Наша статистика дает эти данные вот в таких сводных таблицах. Вот обратим внимание, здесь у нас и экспорт, и импорт по годам. Ну и в каждый период экспорт у нас превышает импорт. Отдельной таблицей дано вот точно это превышение. Вот за 2018 год порядка 200 миллиардов долларов доходов от экспорта должно было остаться в стране. При этом, если мы посмотрим состав экспорта по категориям товаров, то увидим, что в процентах основная статья – это экспорт минеральных продуктов. Далее, если мы добавим и продукцию химической промышленности, и древесину, и металлы, и драгоценные камни, то мы получим, что более 80% экспорта – это все экспорт ресурсов. Экспорт же машиноборудования у нас из года в год это на уровне 6-8%. Соответственно, в импорте мы видим, что основная статья, практически половина всего импорта последние годы, это машинооборудование. На втором месте продукция химической промышленности, на третьем продовольствие. То есть фактически продаем ресурсы, покупаем высокотехнологичную продукцию. Отдельно даже дается статистика по экспорту и импорту высокотехнологичной продукции и по их долям в общем экспорте и импорте. Ну и здесь мы видим схожие цифры, что на экспорт у нас доля экспорта высокотехнологичной продукции – это порядка 12-11% во всем экспорте, а доля высокотехнологичной продукции в импорте – 67-68%. Теперь, если мы поставим цель дать характеристику России как экспортера капитала, с экспортом товаров мы картину увидели, с экспортом и импортом. А если характеризовать экспорт капитала, то обычно возникают споры о том, что, вот, например, есть данные статистики о том, что из России ушло какое-то количество там, миллиардов долларов. И одни называют это бегством капитала, другие называют там инвестициями. Если попробовать разобраться, куда они пошли, также мы только косвенно там можем судить о том, что если большая их часть пошла на Кипр, то вряд ли это инвестиции в производство. Но однако же, если брать в целом результат такой
активности. То есть Россия, из России вывозится капитал, в Россию ввозится капитал. Но капитал-то движется с какой целью? Возрастать. Поэтому мы можем оценить, а какой же результат от того, что из России вывозится капитал, какой он приносит доходы, и, соответственно, какие доходы приносит тот капитал, который из-за границы пришел и действует внутри страны. Вот нам статистика дает такой показатель, как первичные доходы. Здесь можно увидеть в этом платежном балансе, можно увидеть такую статью, как доходы, полученные от остального мира, доходы от собственности, и доходы от собственности, переданные остальному миру. И вот мы можем видеть, что в любой тут из представленных периодов доходы, переданные остальному миру, превышают доходы, полученные от остального мира, причем превышают, ну, порядка в полтора раза. И если брать за 2018 год, то мы видим, что вот это сальдо или там превышение вот этой суммы, которая ушла из страны, над той суммой, которая пришла в страну, это порядка 2,4 триллиона рублей за год. Если мы рассмотрим эту сумму, то есть вот это сальдо по выплатам, сравним ее, например, с прибыльностью крупнейших компаний, то вот можно увидеть, что, например, за прошлый год две крупнейшие в России компании «Газпром» и «Лукойл» в сумме дали чистой прибыли 2,1 триллиона рублей. А по итогам года вот эта сумма, ушедшая из страны в качестве выплат по долговым обязательствам, в качестве дивидендов, вот эта сумма итоговая оказалась больше даже, чем чистая прибыль двух этих компаний. То есть можно сказать, что за 2018 год просто вот отработали две крупнейших монополии, «Газпром» и «Лукойл», взяли всю свою прибыль и отправили за границу. Вот такой итог деятельности или деятельности России на мировом рынке капиталов. Ну и в итоге у нас получается, что капитализация у предприятий России по сравнению с мировыми компаниями очень скромная, менее процента. Банковский сектор очень скромный, на порядок меньше, чем в США, практически не представлен на международном уровне. Если мы добавим еще сюда данные о внешнем долге, это у нас на сегодняшний день порядка 450 миллиардов долларов, из которых порядка 300 миллиардов – это кредиты некоммерческих организаций. То есть это компании набрали кредитов за рубежом, потому что там выгоднее процентные ставки. В основном все эти кредиты носят долгосрочный характер. И это вот как раз принципиальное отличие от того, что, кредитуясь внутри страны, предприятия берут эти кредиты как для текущих нужд. То есть не долгосрочные, а краткосрочные. Ну и понятно, из-за дороговизны этих денег внутренних. Так вот, получается, и банковская система незначительная, и крупнейшие компании не представляют существенной доли на мировом рынке. Однако же, чем Россия выделяется на мировом уровне, это вооружением,
военно-промышленным комплексом. Военно-промышленный комплекс России позволяет ей на протяжении последних лет удерживать второе место по объемам экспорта вооружений. После США. США заметно опережают, но тем не менее Россия – это второй по значимости экспортер вооружений. Ну, это говорит о том, что отрасль в целом производит конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию. Так вот, если подводить такой итог, характеризовать положение России в империалистической части мира, получается, что несмотря на наличие крупнейших монополий, монополизированной банковской системы, в системе империализма Россия играет роль фактически сырьевой экономики, сырьевого придатка, если рассматривать это с точки зрения характера экспорта, с точки зрения результатов применения капиталов. Однако военно-промышленный потенциал позволяет стране вести самостоятельную политику, помогать другим странам в борьбе против империализма. И вот автор, американец Стэнфилд Смит, делает такой вывод в конце своей статьи, говоря о том, что Россия совместно с Китаем дают другим странам возможность бороться за свой суверенитет, хотя сами, по крайней мере, Россия является страной, подавляемой империализмом. Ну и хотелось еще только к этому добавить то, что вот этот высокий уровень военно-промышленного комплекса зарабатывается дорогой ценой, ценой эксплуатации рабочего класса России. Поэтому рабочий класс у нас несет на своих плечах и нагрузку, связанную с обеспечением обороны, и эксплуатируется вместе с природными ресурсами. И политикой рабочего класса должна быть политика на то, чтобы стать у руля государства и возглавить развитие страны в интересах большинства населения нашей страны. Спасибо за внимание.